Вот на примере там, да, я планирую бег, вот как мы говорим себе. Вы говорите, я планирую сделать популярный канал о кулинарии. Круто, говорю я. А какой план? Вы говорите, ну какой план? Сделать кулинарный канал, то есть сделать крутой популярный канал. А что в понятии крутой? Ну, чтобы много подписчиков. А сколько подписчиков? Чтобы было много интересных роликов. А сколько? А как ты его будешь делать? И здесь мы начинаем, да, что, грубо говоря, цель определяет действие, но главное не цель, а процесс. Тот самый процесс, как вы будете идти к этой цели, это самое главное, и в процессе у вас будет мотивация. Почему? У меня есть 10 конкурентов, я сделав план, иду по нему, ага, и вижу, что уже у меня осталось 9 конкурентов. Это мотивирует? Конечно, мотивирует, потому что это и есть мотивация. У меня, ага, там было 100 подписчиков, стало 1000 подписчиков. Это мотивирует? Конечно, мотивирует, потому что ко мне приходят люди, смотрят, спрашивают. Я начинаю делать стримы, это мотивирует? Конечно, это тяжело очень, но мотивация выше. Потому что я понимаю, что с каждым стримом у меня приростом, допустим, в одном видеоролике на канал это раз и 5 подписчиков минимум. Я просто считаю, друзья мои, очень просто, если считаю, да, что у меня есть 5 лояльных подписчиков с каждого стрима и одно видео. И у меня в голове просто один стрим – это 90 минут видео на канал. Дальше, один стрим – это 5 подписчиков. Причем таких очень-очень хороших, вот как вы там, да, что смотрите, лайкаете, пишете отзывы, да, 5 подписчиков. Один стрим – это как минимум 40 часов просмотров. И один стрим – это как минимум 500 просмотров этого ролика. А теперь стратегия маленьких шагов. Я себе посчитал, что если я за там 4 месяца проведу 100 стримов, а у меня план есть, я не изобретаю, у меня есть план 100 стримов, да, план, то у меня будет что? 9000 минут там, да, грубо говоря, на канале. 100 роликов будет, да? 100 роликов на канале. 500 очень крутых подписчиков из класса там, ну такой прям активный, и 20 тысяч часов времени на канале. То есть, вот это просто, знаете? И дальше вот это все, это плюс сюда к этому каналу, плюс сюда к этому усилению. Вот это мотивирует. А вот то, что вам говорят на разных там курсах, там вот это вот всякие, там типа давай, ну и толку. Вы пришли такие дома, ну все, давай, а утром ничего.